Позвольте объявить о начале торжественной церемонии вступления в брачный союз двух замечательных людей. А ныне Артура! Сегодня, 15 сентября 2012 года, мы собрались, чтобы стать свидетелями прекрасного события – рождения новой семьи. Создание семьи во все времена было событием важным и каждый раз уникальным. Познакомились наши герои, как тогда казалось им, совершенно случайно – зимой 2010 года. Конечно же, с той самой первой встречи они очень понравились друг другу, но обстоятельства часто бывают сильнее нас. И следующее свидание героев нашей истории случилось лишь спустя полтора года. Друзья, не передать словами, как рады были они этой встрече. Рядом с ним она наконец-то почувствовала себя по-настоящему легко и свободно. И ему была нужна только она. Он впервые по-настоящему влюбился. Счастье наконец-то открыло им свои объятия. Они упивались друг другом. И никогда прежде им не было так хорошо. Она сказала «да». В тот памятный весенний вечер, 8 мая 2012 года, в присутствии и мамы, и друзей ближайших, когда с букетом роскошных белых роз, их было, кстати, ровно 101, на берегу у балюстрады Артур, как рыцарь доблестный, колено преклонил, взор свой устремил в глаза любимой, в ладони протянул кольцо и попросил свою прекрасную принцессу женою стать ему навеки. Она сказала «да». Друзья, давайте же скорее пригласим сюда героев наших влюбленных пылких, Анну и Артура. И первым мы встречаем жениха, друзья. Аплодисменты! И вот он здесь, достойный кавалер, и ждет одну лишь, ту, чье имя всех ему дороже. Друзья, давайте встретим здесь прекрасная Анна! Вступление в брачный союз – это ответственный поступок. И для того, чтобы быть сильным и продолжаться долгие годы, этот союз должен одобряться родными и близкими. В этой связи Анна и Артур обращаются сейчас ко всем вам, уважаемые друзья. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак? Готовы ли вы принять нового человека в свою семью и в свои друзья? Я прошу ответить вас, уважаемые гости. В больших городах живет много людей. Каждый человек живет своей жизнью. У каждого человека свои заботы. Все куда-то торопятся и зачастую просто не замечают друг друга. Проходят мимо. Бывает, люди долго ищут свою, как мы часто говорим, вторую половинку. Порой их разделяет неуловимый случай. Бывает, думаешь, что да, ты уже нашел ее. А зачастую складывается и так, что бывает очень нелегко ее удержать. Друзья, ну сегодня замечательный, счастливый, радостный день. Сегодня они здесь перед нами. Два счастливых человека, две половинки. Как замечательно, что они встретились, что тот самый неуловимый случай вовремя вмешался в их жизнь. Что они рассмотрели друг друга, что увидели друг в друге что-то общее, родное, что поселилась в их душе любовь. Анна, Артур, сегодня вы готовы начать новый этап вашей жизни. Взять на себя ответственность за счастье любимого человека. Семейная жизнь принесет вам немало прекрасных и
удивительных дней, если отношения ваши будут скреплены взаимной любовью и верностью. Сегодня вы впервые назовете друг друга «мой муж», «моя жена», и слова эти отныне станут спутниками всей вашей жизни. Я прошу вас ответить, является ли ваше решение стать супругами взаимным, свободным и искренним? Готовы ли вы любить, уважать и заботиться друг о друге? Я прошу ответить вас, Артур. Да. Я прошу ответить вас, Анна. Да. Они сказали да, друзья, аплодисменты! Ну что же, главный вопрос прозвучал, ответ мы услышали, а сейчас, Аня, Артур, позвольте задать вам еще несколько любопытных вопросов. Друзья, говорят, что истина рождается в споре, и всевозможные спорные вопросы есть неотъемлемая часть нашей жизни. Аня, Артур, обещаете ли вы всегда уступать друг другу и заканчивать обсуждение всех возникающих спорных вопросов объятиями и поцелуями? Обещаете? Да! Они сказали да, друзья, аплодисменты! А еще говорят, что точность – это вежливость королей. И Артур, как истинный обладатель королевского имени, всегда безупречно пунктуален. Анна, обещаете ли вы, как обладатель не менее царственного имени, приложить все усилия и постараться не опаздывать на деловые и дружеские приемы и встречи, а также на поезда и самолеты? Обещаете? Она сказала «да», друзья, аплодисменты! Ну что же, еще один вопрос. Не секрет, что влюбленным по силам практически бесконечно наслаждаться вниманием друг друга. Артур, Анна, обещаете ли вы стараться всегда при любых обстоятельствах жизни сохранять это прекрасное и легкое чувство влюбленности друг в друга и радовать любимого не только своим вниманием и комплиментами, но и искренней поддержкой во всех делах и начинаниях? Обещаете? Да! Да, друзья, они сказали да! Аплодисменты! Наступил тот радостный момент, когда вам настало время скрепить подписями ваш семейный союз, друзья. Мы аплодируем! Обручальные кольца – это не просто символ. Это символ древний, простой и священный. Аня, Артур, пусть и ваши кольца всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна, в знак вашей любви, в знак вашей верности друг другу. Пожалуйста, обменяйтесь обручальными кольцами. Сегодня, 15 сентября 2012 года, ваш семейный союз зарегистрирован. Вы объявляетесь мужем и женой. Скажите теплые слова поддержки. Первыми поздравьте эту прекрасную пару. Друзья, аплодисменты не смолкают. Друзья, подходите, поздравляйте молодых. Вручайте им подарки, цветы, конверты.